крадулся страшно, да мне не везет. Вы до утра опять играли. А, ужасно мне надоело. Черт возьми, хоть раз бы выиграть. Был там Герман. Был, и как всегда с восьми до восьми утра прикован к игорному столу. Сидел и молча дул вино. И только... Да на игру других смотрел. Какой он странный человек. Как будто у него на сердце злодейств, по крайней мере, три. Я слышал, что он очень беден. Да не богат. Вот он, смотри, как демона набрачен. Беден. Святую, когда...
Счастлив князь
Старуха-то, да что ты? Восьмидесятилетняя корга.
Так вы про нее ничего не знаете? Нет, право, ничего. Ничего. Так послушайте. Графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерой московской. Сен-Жермен среди других, тогда еще красавец, пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица, и, увы, предпочитала. Sale au de la ren, Venus Московет проигралась до тла, в числе приглашенных был граф Сен-Жермен, среди заиграл, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта. Thank you.
забавно. Но графиня спать спокойно может, трудновато любовника и пылкого сыска. Послушай, Герман, вот тебе отличный случай, чтоб играть в деле. Подумай, подумай-ка. Третий год пробуя страстно любя, придет, чтобы силой узнать. А друзья, фигаты, фигаты, фигаты. Thank you.
Скажу ему, что в день помолвки
Thank you.
Что ты не спишь? Зачем одета? Что тут за шум? Thank you.
Mm-hmm.